такая особенность пирма в том, что ее можно делать в острый период, даже когда идет травма или же когда идет обострение после тренировки, вот, идет боль в мышце, в связке, в суставе. Эту технику можно использовать. Она приносит облегчение, даже расслабление и анальгезию дает. Угу. Вот, снимает отек. Вот чем отличается. Массаж в острый период делать нежелательно, вот, потому что он наоборот может обострять вот, явление. Вот, поэтому эта техника наиболее эффективна. Понятно, понятно. Да. Сейчас я делаю подготовку, а потом прием, опять же, миофасциальной техники используют надвигание и растяжение.